Ребята, всем привет! Лол Сюрприз Шалет Хаус? Что же это за дом? Что же в нем такого необычного? Давайте вместе с вами сейчас заглянем внутрь и посмотрим. Но прежде чем мы начнем, обязательно подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик. Лол Сюрприз Шалет Хаус – это новый и самый большой кукольный домик Лол. В этом доме размещено почти 100 сюрпризов. Есть 6 комнат, 3 этажа, трансформирующаяся мебель и эксклюзивная семья Лол. Лол Сюрприз Шалет Хаус – очень прочный, комфортный и уютный дом для наших куколок Лол. Сам дом продуман до мельчайших деталей, начиная от камина, который горит, и заканчивая работающим лифтом для подъема лыжников. В этом доме мы найдем все необходимое для куколок Лол и даже больше. А доставит все это нам снежный автобус. Автобус почти такой же большой, как и коробка. Внутри автобуса мы можем увидеть маленького водителя и пассажиров. Из силуэтов пассажиров можно понять, что в автобусе есть семья Лол. И это правда. Но помимо куколок Лол, в автобусе мы найдем много подарков и сюрпризов. Мы найдем мешки со снегом, правда, не настоящим. Нужно будет засыпать этот снег в специальные проемы в доме. Система заработает, и мы сможем почувствовать атмосферу зимы. Помимо снега, мы найдем также множество подарков и сюрпризов, упакованных интересным способом. Чемоданы. Кроме того, сюрпризами внутри является дополнительная специально оберточная бумага с логотипом LOL Surprise и изображениями многих сюрпризов и аксессуаров. Это выглядит так мило! Распаковывая сюрпризы из автобуса, нас ждет очень приятный сюрприз. Новое семейство Лол. И мы сейчас с вами познакомимся с тремя членами этой семьи. Это куколка Лол, которую зовут Ice Ice Baby, мальчик Лол Бой. Ice Ice Boy Boy и питомец Лол Пэт. Ice Ice Хаски. Это действительно настоящая семья Лол. Все персонажи похожи друг на друга, как две капли воды. Внешний вид, цвет, прическа и даже стиль одежды. Сходство удивительное. Важно то, что мальчик и девочка могут менять цвет в воде. Ну а чтобы это проверить, нам всего лишь нужно будет приготовить емкость с холодной и теплой водой и погрузить туда своих куколок. Ну что же за мебель ждет нас в доме? Это и холодильник, и рабочие ящики для обувного шкафа, диско-шар, много мягких и уютных одеял и подушек, маленькая розовая шкурка животного, которая выполняет функцию ковра, стулья словно сделаны изо льда, а также очень милый ледяной стол. А вот и маленький туалет. Он вообще особенный, потому что он издает звуки туалета после обычного смывания водой. Есть камин, который загорается. Два мягких кресла и красочный стол, две маленькие уютные кроватки, а также две большие кровати. Вся мебель стильная и современная. Благодаря такой мебели мы сможем создавать уют и комфорт в доме куколок Лол. Мебель может быть расставлена в соответствии с назначением комнат. Например, холодильник на кухне, кровати в спальне, а туалет в туалете, ну и так далее. Конечно, мебель не единственная особенность этого дома. В этом доме много уникальных и неожиданных вещей. Например, работающий лифт поднимет кукол на самый верх дома. Окно, которое отпускается и превращается в превосходную террасу. Устройство для запуска снега. Есть световые элементы в доме. Вот это да! Никто из нас не мог ожидать такого. Внизу под домом находится специальный ледовый каток. И даже джакузи со льдом и целая куча льда. Каток имеет отличные размеры, а также пустые контейнеры внутри. Нам нужно будет налить воду в контейнер и поставить каток на некоторое время в холодильник, чтобы вода замерзла и превратилась в лед. Таким образом мы получим настоящий каток. Благодаря специальным конькам, которые также входят в комплект, все члены этой семьи смогут устраивать соревнования на катке и веселиться. Мы также сможем снять обувь своих куколок Лол OMG, а также с других куколок Лол и помещать их в эти специальные ледяные коньки. И теперь все куколки Лол смогут кататься на коньках. Что касается ванны, то она роскошна. Нужно просто добавить воды, и мы сможем погрузить своих куколок Лол в воду. Кстати, у лестницы на второй этаж есть одна важная особенность. Если повернуть лестницу, то с другой стороны ее можно использовать в качестве трамплина. Лол Шалет Хаус – это самый большой кукольный дом Лол. Шалет Хаус станет самым незабываемым подарком
к Новому году и Рождеству. Ну а если вам понравился этот домик, не забудь поставить лайкусик этому видео. Всем пока-пока!